Всем привет, пацаны! Продолжаем проходить The Crew 2, и сегодня у меня четвертая серия прохождения этой игры. Пока решил не разрываться между командами, а продолжить проходить стритрейсинг и все его виды состязаний. Еще не начал гиперкары, но в этом выпуске уже будет дрэг. Один из подписчиков рекомендовал попробовать Nissan GT-R. 34-й не стал брать, так как он слабее и управляемость хуже, а взял 35-й. И сегодня вы его увидите. Итак, давайте начнем. И первое гоночное испытание сегодня – север Лас-Вегас Стрип. Поеду на Харлее, так как GTR пока не прокачан. Видели? Ставлю на дыбы со старта. Трамплин. И уже секунда отрыва. Зазевался и тупанул, но думаю, не критично. Я же на мотоцикле, а это уже преимущество. Раз уж я впереди, полюбуйся моей победой! Какой тщеславный засранец. Но ничего, Тио, сегодня я пошатну твою самооценку. Да, на машине было бы очень сложно так входить в повороты. Опять обогнал этот Тио. Самое прикольное, что можно лбом сносить столбы. И, наконец, финиш. Уже доступно новое событие в серии Live Extreme. Еще одна гонка Live Extreme. Победишь снова и будешь купаться в славе. Ну, каково тебе быть звездой?
Да, нехилое количество новых испытаний открылось. Следующая миссия у нас Восточный Гарлем. И поеду на Р-35. Люди говорят об американских и японских машинах, но не забывай о европейских. Они быстрые, мощные и напичканы всякими передовыми технологиями. Феррари, Порше, Астон Мартин. Европейские автомобили довольно опасны. Может, они и опасны, но у меня-то вообще легендарный Nissan GT-R. Опять с нами один мотоциклист. И вот я уже первый. А GTR наваливает. Чувствуется, что покруче Форда. Вот это полет, круто, и еду по железной дороге. Трамплин, и опять выпрыгиваю на улицу. Довольно напряженная гонка. Но GTR тащит, и я опять первый. Опять поедем по железке. Теперь этот Рассел меня достает. Ну вот финиш и первое место. У тебя неплохо получалось гонять по улицам. Сплошные победы. Нравится, небось? Да, нравится, конечно. В свое время тоже выиграл парочку гонок. Но помни, дружбу проверяют не только проигрышем, но и победой. Не говорю, что с тобой такое случится, но знаю, как быстро все может измениться. И это знание тяжело мне далось.
Карта центр Детройта и поеду на Харлее. Детройт – город моторов. Тут родилась культура автомобилей. Вдохни поглубже и почувствуй запах истории. Как же здорово тут гоняться. Забудь о светофорах и гони быстрей! Окей, чувак. Я, правда, и так на них не отвлекался никогда. Но теперь вообще заигнорю в конец. На GTR с первой попытки эту локацию не прошел. Поэтому еду на Харлее. Да-да, на читерском транспорте. Отрыв уже 4,5 секунды. Вау, ослепляет при выходе из тоннеля. Тормозит он, кстати, тоже нереально хорошо. Тут отвлекся, зазевался, но не страшно. 5 секунд запаса. И это было несложно. Следующая карта у нас Запад Лас-Вегас-Стрип. Поеду на моем R35. Слышал? Это, друг мой, звук двигателя классического американского маслкара. До костей пробирает. Ну, вообще-то я слышу звук моего Nissan GT-R. И, как видите, в этот раз я не заколхозил тачку. Покрасил в переливающийся бордово-красный цвет, поставил ниссановские диски, спойлер оставил какой был.
Довольно оживленное состязание. Не то что на Харлее их нагибать со старта. Довольно приятный в управлении 35-й. Да, вот это по-нашему! Отрыв 3 секунды и 81% уже пройден. Надо быть осторожным. Полный привод. Чувствуется, что держак лучше. И это первое место. И, наконец, давайте уже глянем режим дрэг. Карта Истфилд. Эй, помнишь, как я намутил с переключением между двумя тачками? Теперь можно между тремя. Не стоит благодарности. Хочешь со мной соревноваться? А ты смелее, чем я думал. Прогреваемся. Врубаю нитро. Непередаваемые ощущения. 501 км в час ехал. Второй заезд на моем корвете. Прогреваемся. Чувствуешь себя круче, чем в самолете. Опять 501 максималка.
и едем третий заезд. Чуть похуже, 500 км в час, но тем не менее это победа. Продолжаю режим дрэг и карта Twig and Shout. Окей, расклад такой. Лас-Вегас, Фримонт Стрит. Ночная гонка на ускорение. 3 раунда, правил нет. И самое классное что? Все полностью легально. Думаю, в этот раз я даже ставку легальную сделаю, чтобы тебя подбодрить. Не знаю, правда, зачем этот отсчет в начале, но дрэг здесь очень крут. Едем второй заезд. Заменить цепь ГРМ у тебя в двигателе, но знаешь что? Все норм! Мы теперь можем позволить себе заменять сломанные детали, а то раньше я их изолентой склеивал. Максималка меньше, видимо, трасса короче. И да, действительно короче. Думаю, мне удастся настроить двигатель и выжать из него побольше мощности. Хорошо, что у нас есть место, где можно этим заняться. Как вам мой корвет? На нашем счету есть легальная гонка. Чем лучше пройдет гонка, тем легче устроить еще одну. А это прошло отлично. Говорю тебе, нет ничего лучше того, чтобы продемонстрировать результаты стольких часов работы. Показать миру эту идеальную краску, поднять капот, чтобы все увидели, что ты смастерил собственными руками, деталь за деталью. А потом сидишь за рулем, слушаешь рев этого нетерпеливого монстра и высвобождаешь его. Тебе надо это прочувствовать. Если тебя нет в списке, значит, ты не входишь в десятку лучших гонщиков. И в таком случае ты для меня никто. Я не разговариваю с никем, видишь? Вот я тут стою и не разговариваю с тобой. Что-то уже затянулось. Проеду просто по улице на нем. Круто, что на дыбы аж встает. Чувствуется мощь. $440, по-моему, шел.
И давайте для разнообразия подрифтим сегодня. Манда 5-10 устраивали тут гонки. У меня были друзья, которые с ними катались. Все они пропали. А вот гонка осталась. Теперь ничего незаконного. Мы играем по современным правилам. И так гораздо безопаснее. Я поменял ему винил на классический огненный, сразу не обнаружил его, он был в эксклюзивных. Нехило. Я за одну серию достиг цели, и теперь можно немного расслабиться. Уже 31 тысяча. Как всегда, перевыполняю. Дрифт в этой игре реально очень хорош. И перевыполняю план почти в два раза. И едем в следующее дрифтовое состязание в порту Лос-Анджелеса. Дрифт-кары по-особому себя ведут. Нужен баланс между газом, тормозом, нитро и рулением. Уверен, для тебя это не проблема. Или проблема? Посмотрим, как ты справишься. Да нормально справлюсь, как и раньше справлялся. Оставь дрифт серьезным парням. Это тебе, что ли? То есть я совсем не серьезный. Окей. В этот раз у нас дрифт на мокром асфальте после дождя, но сильной разницы нет. We'll be right back.
уже 18500. Хорошая серия. И успеваю уложиться. Сойдет, конечно, но тебе еще работать и работать. Все дело в престиже. Рассказывать о своих победах и о своей тачке. Например, твоя хороша, но может стать еще лучше. Вместо того, чтобы валяться на диване, мог бы ее доработать. Тогда в твоем гараже будет нечто стоящее. Когда я участвовал в гонках, у меня была своя гамма. Синий и золотой. Попробуй и ты найти свою. Следующая миссия у нас гоночная и называется «Авария». Это очень важная гонка. Это твой шанс громко заявить о себе. Победи и прославишься. Сделай так, чтобы ничто не могло тебе помешать. А мне и так ничто не помешает. Гонщик, и тачка твоя, что надо. Именно, чувак. Это же легендарная тачка. Да, неудачно. Авария, двое врезались в дом. Что это? Ого, дела там плохи. Мы должны помочь. О боже, осторожно с ним, могло задеть внутренние органы. Некогда ждать скорую. Тебе нужно быстро отвезти его в больницу. Мы это сделаем, ясно? Мы сами этим займемся. Окей, босс. Полегче, не стоит трясти его слишком сильно. Ну и медлить с доставкой его в больницу тоже не стоит. Думаю, не растрёс его там очень сильно. Да осторожней же! Слышь, не нервируй меня. Я один тут с правами, поэтому не нойте мне под руку. Гад, уступить не мог. Ты почти на месте. Вот почему мы должны легализовать гонки. В случае чего помощь всегда будет рядом. Да, чуваки, надо легализовать, по-любому. Справился. Вот и принесло пользу твое мастерство гонщика. У нас жертва ДТП. Окажите ему первую помощь.
Давайте сюда носилки, внутрь его! Не волнуйтесь, он теперь в надежных руках. Ну а у меня на сегодня все. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. Если еще не подписаны на канал, подписываемся. А с вами был Анубис и его Геттер. До встречи в следующем видео.